Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Короче, в шоке реально, вот в Майнкрафт. Сегодня поиграю я... Давайте смотреть, что как псы. Давай. Здрасте, Пигги. Пигги. Привет. Что скажешь? Ачху, бля, ебать. Хуя. Ну открой, долбоёб, блядь! Чё ты материшься? Я буду тихо говорить. Да, правильно. Алло, хуям попу не дало. Не понял. Привет, Зойка, привет, Егорке Козлову! Спасибо большое, сигны сделала, добавляю в друзья только сабов, извини. Привет, Аминка. Передай привет Егорке Козлову. Кайфуй с твоей музыки. Можешь добавить в друзья и сделать... А почему не пришло? Ну я реально испугалась. Я не ору! Ты орёшь! Ой, блядь! Ебать! Хоть фу! Хоть фу! Из пистолета стреляю. Алло. Стреляю. Фига ты! Нихуя! А чё он так удивляется? Мы, ребята, простые. Поднимайся, ёбаный. Спасибо за сап, киндер дерзкий, спасибо. И всем тёлкам это нравилось, да. Мне бы такие. Было у каждой а в шкаф. Сраной, ух, малолетней. Не хочу. Хочу тебя смотреть. Слышь ты всем! А как они меня называют? Дувакин! Я Дувакин! Дувакин! Я у мамы Дувакин. Дувакин! 31 год. Дувакин! Дувакин! На Скайрим! О! Понял, блин. Ваня! Кто спиздил мою фотку? Я. Алло. Балыла по-любому спизданул, блядь. Что это за... Что у меня за фотки, блядь? Что это? Кто это, нахуй? Что это за фотки, блядь? Что это, нахуй, такое? Кто это мне скидывал, блядь? Кто это такой, нахуй? Что за чучело, блядь? Почему оно у меня здесь? Это я, пацаны. Кто это мне скидывал? Блядь, мне шком заебал. Хватит того самого, ага. Это я. Дорогая Мао. Это дед? Пожилая газа? Кто это? Это Валакас? Да это не вы чё? Это не Валакас! То есть, вы хотите сказать, что когда я представляю запах изо рта глада Валакаса, то я представляю запах изо рта его? Нет, солнышко, ты не забыла про вчерашний... А чё он такой няшка? А где маска? А маска? Это реально он? Красивый мальчик. Нихуя. Это он так матерится? Это он так матерится, получается? Ну и игриво. Жду в КС. Ряд, поиграем сегодня. Лука, я болею, не могу петь. Ну, короче, я бы у него интервью-то взяла. Вот самое это. Интервью-то я у него взяла. Такой нихуйный мальчик. Лет 20, наверное. Кто это мне скинул? Бля, у меня шкоп завис нахуй. Кто это, блядь? Это кто? Тук-тук! Спасибо. У нее волосы, конечно, огненные у этой девочки. Просто Рапунцель. Куда их повесить? Ну и решил не вешать. Пацаны, вот так вот! На! На! Спасибо большое, буду ждать. Спасибо. Зайка, я сейчас... Вот это я просто! На, Генсуха, на! Просто так забайтил ее на чай, на! Сосать, Генсуха, но! Да! Да, Зай, what are you doing? Да, а ты на меня сап? Аминка, там на 8 двоеточие 62 мира в юбке вареник спалила. Аккуратно.
Хорошо, 8.62. Запомнила. Это кто? Элеван, это кто? Ну что вы такое говорите-то? В смысле, то есть ансап это круто, что ли? Ну, конечно, по-другому быть не может. Ансапом жизнь. Видели? То чувство, когда чуть-чуть не успел. Смотрите, еще раз. Сотни потёр. Что такое? Это он про вот эту? Или он разлил что-то? А, вижу, вода, водичка. Чё за клава? Там так светится та самая... О, офигеть. Чё за клава? Ну, была, как, была хорошая, типа. Я как раз тоже спросила, чё за клава? Давайте в ВПО хотя бы перезарядим этот. Да вот он! Чё за игры играют какие-то неизданные? Город лол, понял, так всё. Алиса, как спрятать труп человека? Сейчас передам. Маме и Мадине. Мадина, тебе от Мадины тоже привет? Сейчас маме привет передадим. Кто еще маме привет хочет передать? Чат напишите. Алло, да, мама, привет. Ау. Тебе я тут... Я забрала посылку, едем домой. Прости, пожалуйста, дядь. Мам, тебе передали привет. Кто? Беслан. А кто это такой? Это мальчик какой-то занатил и сказал привет. А, скажи ему тоже привет. Скажи, мама за рулем. Маме сложно говорить, но скажи кукусики обнимашечки всем. Все, они слышат тебя. А, кукусики мои, всех обнимашечки, всех люблю, всех с праздниками. Мама за рулем, маме сложно говорить, мои хорошие. Мы тебя любим, мам. Ты к нам придешь сегодня на стрим? Тоже... Да, я еду уже, всех вас люблю. Мама сегодня с нами будет, давай, мам, я тебя люблю. Все, пока, мой хороший, до встречи. Давай, скоро до встречи. Будем дома, иншаллах. Давай, пока-пока. Иншаллах, пацаны, скоро дома будем. Иншаллах, дома будет мама сейчас. Иншаллах, пацаны. Чё, блядь? О, Вак! Что делать, если на шампуне написано нанести на головку малыша? Иншалла нанести ее. Его шампунь. Я нормальный. Апсч! Ой! Ух ты ж ебать, блядь! Хотел специально въебаться, елку чуть не разъебал. Ой, блядь, долбоёб, блядь. Бывает, братан, жизнь такая суровая. Хуй мамин. Нахуй надо вот это, блядь, тупые породи делать, блядь. У меня минус игрушки. Банат, блядь. Пиздец, блядь. Все, больше не буду. Пацаны, у меня тоже недавно были минус игрушки. Так случайно получилось, мама под кроватью нашла, а вот и минус игрушки. 8.17 бан, я запомнила, вы мне говорили. Блядь. Чат он уже ебнул, нет, ну все, хватит. 17. Мы уходим от этого мема, не будет больше никогда алкостримов, кроме каждой пятницы. Каждой пятницы теперь, кроме каждой пятницы. Он очень забавный, мне нравится, что он делает. Майнкрафт играет, классно. Не выкинь карту.
Ебался. Пацаны, вы. Если запустят киберспорт по Майнкрафту, я буду топ-1. Спасибо, Антон Колобов. Спасибо, бро. Именем, блядь, четвертого нахуй, Хакаги, блядь, в моем лице выкинь. Бэби-кратист, пацаны. Ты, блядь, Элисанин, нахуй, какой-то скрытый четвертый. Из деревни скрытых уёбков, блядь. Алло. Деревня скрытых уёбков, надо так стрим назвать. Блядь. Ты в курсе, кто такой Санин вообще, алло? Это батя твой, блядь. В смысле? Не, мой батя Акацкий, блядь. Мой батя Акацкий, блядь. Я сейчас, подождите, сейчас отойду. На самом деле, Смотри. Вова! Чудо не произошло? Офигеть! Тайминги! Бля! Тайминги! Пацаны, как переключить радио? I'm good! На F? Какой, блядь, F? Ой, сука, хуета! Я ненавижу вот эти рофлы с GTA-шкой, когда типа ходишь сесть в машину и садишься. Да ёб твою это мать, как какие понять? F, блядь? Вообще. Франклин потерял Ламара, знаете? Ой, я бы хотела Рапунцель пересмотреть, кстати. Прикольный мультик очень. Ну давай еще влюбись в разбойника. Только этого нам не хватало, детка. Кстати, у Сараби типа голос нормальный для озвучки. Мне нравится голос для озвучки конкретно, если. Послушайте прям озвучку, прям давай натурально. Давай еще влюбись в разбойника. Только этого нам не хватало, детка. Разбойника, а? Да он же оборванец. Так-то лучше. Сморков, блять, хуй. А почему у него не хуярит сморки? Я что-то не понял, подожди. Еще Максим Блок. Слышь, ебать. Школота, блять, ебаная. Какого хуя вы, блять, опездалы, нахуй, малолетние? Приходите к нам на стримы, блять. И спамите, нахуй, ебаных сморков, а этого школотрона, который эту всю хуйню сделал. Почему у него не спамите, я не понял. Бан! Бан, нахуй! Ну давай попробуем. Не тот день, не похуй. Что здесь справа от сердечка на кровати писюн? Ты соска, приезжай в ВКБ. Не приеду. Сейчас покажу, что это такое. Пятка, пятка! Меньше, чем три, приезжай в ЕК. Трахаться будем. Пятка, 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 пятка. Это кактус. Я купила в Икеи кактус. Пятка! Пятка! Такой, с маленькими разветвлениями. Красивый тоже красный. Хуёвый кактус какой-то, ребят. Я вам скажу. Хуёвый какой-то кактус. Я сделаю сегодня все сигнаб Z. Не переживай, зайка. Короче, кактус реально хуёвый. Пускай тут постоит. Вот так. Вот. Больно, если тронуть, то да, неприятно. Неприятный кактус, еще и хуёвый. Охуеть! Охуеть! А чё? Ребята, попробуйте так сделать, это просто пиздец. Охуя мне сказали открыть рот. Давайте сделаем. Бан! Бэнна! Сейчас такое вытрем просто после гноя. Сейчас сделаю. Сейчас после гноя вытру. А у меня же носа не видно. Ё-моё. А как я сделаю-то так? Да это! А я как сделаю? Да блин, вот батит на генсухе, конечно. Ну давайте, чё? Сейчас сделаем. Сейчас я делаю. Ну давай попробуем. Не тот день, не похуй. Да ничего, она набрала, это байт. Да это байт! Это был байт!
Да она забайтила! Да она меня забайтила, пацаны! Это ложь! Так это ложь! Это будет встреча в Украине. Она реально забайтила! Ничего не было! А куда громче-то я самый фул поставила? Я и рот открыла! Я и рот открыла, и все открыла все! Да я открыла рот! Открыла рот в натуре! Я в шоке. Гинсуха! Нет, нормально. Хуёвый кактус в Икеи, да, хуёвый. Нормальный кактус, отлично, вот так поставлю. Со мной пускай сидит. Донецкий кактус. Отвечаю, в Икеи какие-то хуёвые кактусы. Ей как зарцисса надо. Попробуйте так сделать, это просто пиздец. Я мне сказали открыть рот. Чуваки, зачем вы мне сказали открыть рот? Привет, Андрюша, все нормально, здоровье, болит, все. Бро, такое себе. Маме, мама придет, сама привет. Сам привет, привет ей передашь, она скоро придет. Охуеть! Чек не зад. Я на эту хуйню не ведусь, чувак, блядь. Мне постоянно говорят, что ничего там мать стоит сзади, блядь, сейчас крипово. Моя мать не настолько страшная, спасибо. Не. Какой спойлер? Там же... А-а-а! Я думала, там что-то сзади будет, даже не слушала. Короче, да. Смешная шутка на самом деле была. Ёбаный рот! Чё-то немножко припустил, друзья, блядь. Чё-то немножко припустил, серьёзно, грустный блядь, тромбон. В трусики. Семейники я вот сейчас нахуй сотку ставлю, что я выебу. Если я выебу, с вас 200. Блядь! В туалет приспичило. Так. Направо пойдешь, хуй пососешь, прямо пойдешь, нихуя не получится. Налево по-любому пиздюлька мелкая будет, погнали направо. Сосать не умеем, мы же капопрайдера, блядь. Ой, блядь. Баба, сука! Да. Понял? Все, тихо нахуй. Я туда не хочу. Бузет, хорошего вечера, спасибо. Хорошего вечера. Да вы задрали! Я убрала скрим донаты! Три, это самое, контент. А, Рамакун 77, подписывайтесь. Спасибо, танцым, спасибо за сапку. Давай, парни, всем пока. У нас сегодня рекорд по онлайну 6к. Сейчас сидит. Вали! Хочу, бля. Ладно, блядь. О, сука, дебил. Я... Ебать, ой, ты такая о, крутая, кстати. Вы меня так же можете прифотошопить, пожалуйста? Блядь, вырубить. Ой, это ж бан. Это же бан, нет? Чуваки. Пацаны, сморкаться такси? Некуда. О, Эксайл. Клёвый что-то чувак. Что-то запоздало, это такси, блядь. Нормально? Клёвый чел, вообще нравится. Бисик, ты точно учился на самолете летать? А он с Вилоном играет? Бисик. Вилон лучший, пацаны. Здорово, брат. Погодите, вот сморкнусь. Фу, бля, пацаны, слышали бы, как она мерзко сморкается, бля, не могу. Ну это, сморкнулась! А чё вы ржёте? Ну я ж сморкнула, я ж выключила микрофон, чтобы не ржали. Я ж вас уважаю. Знаете, когда в школе, когда вы хотите высморкаться, вы в туалет выходите. Вот я так же. Ой, что-то упало. Чё-то упало, не поняла. Чё, короче, что-то упало. А чё вы ржёте-то, это самое? Мне просто надо было сморкнуться. И всё, сморкнулась. Ой. Все отлично, брат. Спасибо, брат. Ты лучший, брат. Блять, брат, пиздец, брат, у меня оберег сжег, брат. Брат, что делать, брат? Брат, блять, у меня оберег сжегся, брат. Брат! Только один способ проверить.
Попробуй крикнуть. Пацаны, надо еще сморкнуться. Похоже. Стойте, надо сморкнуться еще. Сейчас я микро вырублю. Фу, ну, блядь, ты микро не выключила. А? Ты микро не офнула. Ты это берешь. Фу, блядь, ты меня не слышишь, ты меня не слышишь, ты меня байтишь. Да, конечно, фу, бля, воняешь. Так, сейчас я рублю микро. Алло! Я чё, реально микро не вырубила? Вы слышали, как я фу, это самое? Того самого? Да это ложь. Я выключила, конечно. Конечно, расскажите мне, байтеры мамкины. Вот это вы скатываетесь, когда мне врете, так, шутки свои. Ты видел, как это с моей стороны выглядело? Помните, я вам, ребят, историю рассказывала про то, как я ехала в метро? Со своим интересным одним молодым человеком. Ну, со мной. И когда вагон остановился, и было очень тихо, один молодой человек, вот этот вот, сказал: «Ксюша, это ты Серегу спидом заразила?» Сказал чисто. Она воняет! У меня нет спида. А, да? Пизда. А у меня есть. Твои деньги мне пиздят. Твои друзья тебя кидают, как хотят. Павер, не заходи ко мне. Блять! А! Ау! Ай!